Добрый день. Меня зовут Майя Фарафонова. Я куратор танцевального направления проекта «Театр HD». И сегодня я представлю вам балет Эдварда Клюга «Пергюнд». Возможно, с кем-то из вас мы уже встречались в этом зале на этой неделе на премьере документального фильма «Танцуй», который удивительным образом связан со спектаклем, о котором мы будем говорить сегодня. Связан он невидимой нитью благодаря танцовщику Уильяму Муру, который принял решение именно этим спектаклем прощаться со сценой, спектаклем о человеке в поисках смысла жизни. Сейчас и этот фильм, и другие наши недавние премьеры, испанские и русские сезоны Пабло Пикассо и японская Кагуя Ириш Киллера доступны в кинотеатрах. Мы ждем премьеры балета «Корсар», а сегодня отправимся с вами в запланированное путешествие в страну, в суровую страну норвежских фьордов. Если вы запросите в интернете портрет Генрика Ибсена, то, скорее всего, вам выдадут знаменитый портрет за письменным столом, и вы увидите такого импозантного, солидного человека, седого, в очках, такой классический образец, что называется, человека-памятника. Между тем, у Генрика Ибсена главной, наверное, литературной гордости Норвегии была очень яркая биография. Он родился в зажиточной семье, семье судовладельца. Мы, кстати, совсем чуть-чуть не дотянули до того, чтобы посмотреть «Пергюнд» твоего дня рождения. Родился 20 марта. Родился он в зажиточной семье, но уже 8 лет пережил тяжелое изменение социального статуса, семья разорилась, все имущество было продано за долги, и мальчик, потрясенный жестокостью мира, главным образом не потерей денег, а тем, с какой скоростью отдалились от семьи, друзья и родственники. И без того достаточно замкнутый мальчик ушел в себя и в свои воображаемые миры. В общем, уже тогда было понятно, что главной его страстью в жизни будет творчество. И благо Норвегии учиться, получить образование могли все социальные слои, и учителя просто зачитывались его сочинениями, как бы жизнь ей жизнь, и в 15 лет злой на весь мир юный Генрик Ибсен пошел работать помощником аптекаря. Возможно, из-за этой самой озлобленности, возможно, из-за юношеского максимализма, он в тот момент невероятно увлекся сатирой, он писал эпиграммы, рисовал карикатуры, и в том маленьком городке, в котором жил и работал, снискал себе определенную славу. Ну, не сказать, чтобы это была идущая на пользу слава, как можете догадаться. Может быть, из-за этого, может быть, из-за того, что все-таки он принял решение, что плевать на проблемы и лишения, он готов на все, лишь бы продолжать творить. Через 5 лет Ибсен уехал из этого городка, в котором было меньше 1000 жителей, отправился в Кристианию. Но не знакомый нам ныне район Копенгагена, а в город Осло, который до 1924 года носил это имя. В Христиании, в общем-то, все тоже пошло не совсем по плану. Ибсен планировал там учиться, вместо этого увлекся, опять же, политическими идеями, начал преподавать рабочим в воскресной школе, активно ходил на всевозможные демонстрации, работал со студенческими газетами, с рабочими газетами. В общем, все могло бы как бы не самым хорошим образом кончиться, но благодаря этим активным контактам он приобрел в том числе связи и в творческой среде. Спустя некоторое время его начали печатать, а спустя еще некоторое время его пригласили руководить театром, первым национальным театром в городе Бергене. Там он проработал 5 лет, что называется, прокачал свои навыки драматурга, поскольку там ставились его пьесы. И через 5 лет пошел на повышение, его позвали на аналогичную должность уже в Кристиании. Там он тоже прослужил те же 5 лет, и целью его была борьба за, как бы сказать, языковую независимость Норвегии. Дело в том, что не буду я, конечно, вдаваться в многовековые отношения Дании и Норвегии, но в тот момент в Норвегии принято было играть спектакли на датском. Вот Ибсен против этого боролся, возглавляемый им театр играл на норвежском. В конечном итоге театр-конкурент был присоединен к этому театру, они стали все играть на норвежском, Ибсен посчитал
свою миссию выполненную и с той же страстью начал бороться за личные права. Он боролся за получение парламентской писательской стипендии. Спустя полтора года битвы он эту стипендию получил, взял охапку жену и сына и уехал путешествовать по Европе. В Норвегию он вернулся только через 25 лет. Но стипендию свою он честно отработал. За два года были написаны два произведения, одним из которых как раз и была цель нашей сегодняшней встречи – поэма «Пергюрт». Только представьте себе, что, наверное, самую норвежскую книжку, полную и национального колорита, и фольклора, и ощущения вот этой вот дикой и суровой природы, Ибсен начал писать в Риме, а закончил в Соренто. То есть вот это вот буйство красок, вот праздник жизни на Средиземноморье никоим образом его в смысле не сбили, он остался верен Норвегии. Вот, но не стоит думать, что он писал панегирик. Напротив, он считал, что Пергюнт – это критика норвежского национального романтизма, это остросоциальная пьеса, которой как бы романтики нет и быть не должно. А кто такой Пергюнт? Это имя и часть характеристик персонажа Ибсен взял из норвежских сказок. Но если в сказках Пергюнт хоть кто-то собой представляет, это герой, у которого есть какие-то поступки, то своего героя Ибсен такой привилегии лишил. Он говорил, что этот человек социальный ноль, человек не действия, а бездействия, человек, который был уверен в том, что у него есть высшее предназначение, но не сделал ни одного шага в попытке этого высшего предназначения добиться. Человек, который калечил с легкостью собственную жизнь и жизни тех, с кем встречался. Человек, лишенный морали. В общем, я могу, наверное, долго его обичевать, но как бы, кто я по сравнению с автором, который, тем не менее, своему герою в конце истории дал спасение, дал ему возможность быть спасенным истинной любовью. Так поэма вышла в свет в 1870 году и была, скажем так, сильно неоднозначно принята критикой. Ганс Кристиан Андерсен, который, не забудь, он был датчанином, даже писал, что это, пожалуй, худшее, что он читал в своей жизни. И таких отзывов было довольно много. Ну, как бы, думаю, что все, кто читал, придется со мной согласятся, книжка эта непростая. И с точки зрения сюжета, и с точки зрения того, как устроена ее структура, и с точки зрения того, сколько всего в ней намешано. Это и сказка, и фольклор, и острые социальные проблемы, и политика, и сатира, в общем, все, что хотите, вместе взятое. Не буду, конечно, я не литературовед, поэтому не буду уходить в эти дебри, цель встречи у нас иная, но расскажу только одну занятную деталь, связанную с этой книгой. Наверное, самые яркие герои Пергюнта, тролли, были сатирой на крайних норвежских националистов. Вот он прописал таких упоенных собственным величием, как данным по умолчанию персонажей, и Пергюнт, как настоящее приспособление, за большим удовольствием подхватил эту тему. Он довольно быстро покинул троллей, поняв, что они мешают его личной свободе, но, тем не менее, уже была отравлена этой идеей. Как бы она очень хорошо легла на благодатную почву, поскольку он и так-то считал, что как бы он какое-то высшее существо, а тут ему как бы напомнили, что он потомок древних викингов, значит, велик по умолчанию. Ну вот, несмотря на все эти отзывы, Ибсен, естественно, как человек театра, хотел привести спектакль на сцену. А для того, чтобы поставить спектакль на сцене, ему нужна была музыка. И он обратился за помощью к своему соотечественнику Эдварду Григу. Григ в тот момент был гораздо более знаменит, чем Ибсен, но они уже как бы имели общие дела. Грег писал романсы на стихи Ибсена, поэтому он согласился, собственно, не понимающий, во что ввязывается. И тут, ну, можно сказать, что произошло чудо. Никто из тех двоих, конечно, этого не понял, и как бы сильно бы посмеялся над нами, если бы мы им об этом сказали, но тем не менее произошло совершенно удивительное, и музыка как будто
вросла в эту историю. Сейчас, наверное, называя, говоря Пергюнд, мы трудно сказать, о ком подумаем первым, об Ибсене или о Григе. И они настолько стали единым целым, что музыканты иногда говорят, что поэма Ибсена – это всего-навсего либретто для музыки Грига. Литературоведы говорят, что, конечно, это все ерунда, и на самом деле музыка просто вытекает из текста и является его идеальной иллюстрацией. Я думаю, что неправы и те, и другие. Это действительно идеальный союз. И, честно говоря, не знаю таких еще примеров в истории музыки и литературы. Но музыка писалась очень тяжело. Да? Ну, представьте себе, для музыки к спектаклю, даже не к опере, не к балету, Григу понадобилось 1.5 года. Он 2 раза срывал сроки, мучился, ругался, потому что Ибсен точно знал, чего хочет, и по каждому фрагменту поэмы давал ему точную спецификацию. Ну, Григ был свободным художником, его это чрезвычайно раздражало, он говорил, что музыка напоминает ему лоскутное одеяло, и эта музыка слишком красива для этой вещи. А Ибсен, напротив, был страшно недоволен тем, что Григ, как он говорил, напихал в поэму романтизма. Как мы помним, Ибсен считал свою поэму социальной, как бы романтика его там вообще не интересовала, и, собственно, столь любимая потом театром линия Сольвик возникла исключительно благодаря музыке. Поэтому, как говорят, после премьеры 2 метра разругались, больше никогда друг с другом дела не имели. Но нам, тем не менее, успели оставить шедевр. Григ потом из этой музыки сделал 2 сюиты, которые прекрасным образом существовали отдельно от спектакля. Но, к счастью, иногда эти 2 истории все-таки встречаются на театральной сцене. Вообще, надо сказать, что у Пергюнда, хотя у него и есть репутация такой немного тоскливой пьесы, у него очень хорошая театральная судьба. Ну, как бы сказать только, что в России спектакль был поставлен впервые в 1912 году в художественном театре, и декорации для него делал никто иной, как Николай Рейх. И это совершенно потрясающие красоты работы, в которых он очень точно поймал вот эту фантастическую, сказочную атмосферу, которая есть в пьесе. Ну, танец, конечно, тоже мимо прекрасной музыки Грига не прошел. Есть довольно много примеров работ на эту тему. Есть замечательная миниатюра, поставленная на пещеру горного короля, которую танцует блистательный француз Патрик Дюпон. Балеты, конечно, тоже ставились. Есть известный балет Наймайера, который был поставлен, правда, на музыку Шнитке. И вот в 2015 году пьеса и музыка вновь наконец встретились, на этот раз благодаря Эдварду Клюгу. Клюг румын по происхождению, хотя про него, как правило, пишут, что он словенец. Родился он в Трансильвании, в Румынии же получил балетное образование. 18 лет перебрался в Словению, и ему, в общем, можно сказать, тоже повезло примерно так же, как Ибсену, с хорошим творческим окружением. Он вступил на службу в театр в Мариборе, где на него обратил внимание драматический режиссер и пригласил его поставить танцевальную вставку для своего спектакля «Вавилон» на музыку Бреговича. Это был первый опыт, это был еще не балет, это был скорее пластический театр, но, тем не менее, молодой человек понял, что, видимо, как бы можно пробовать. Еще 3 года у него нашло на то, чтобы решиться. Через 3 года он поставил уже балет под названием «Танго». Потом было довольно много спектаклей. Возможно, я думаю, что вы знаете его постановку «Радио и Джульетта», очень известную. И уже будучи худруком балетной труппы Мариборского театра, он решил обратиться к Пергюнду. Выбор, надо сказать, довольно удивительный, учитывая, что это был первый его опыт полнометражного сюжетного балета. Но он для себя в тот момент решил вспомнить свой опыт как раз с пластическим театром и попробовать не сделать классическую постановку. Чем это нам с вами, как балетным зрителям, грозит? Ну, глобальным образом, на самом деле, ничем. Единственное, что, обсуждая спектакль, практически невозможно выделить какой-то танцевальный фрагмент, сказав, что это было невероятно красивое соло или очень красивый дуэт. Спектакль построен как единое повествование, где во главу угла ставится именно драма, поэтому все движения, все па более естественны. Есть довольно много непривычных для балета мизансцен. Очень много действительно интересных
и сценографических, и сюжетных находок. Уточню вам сразу, потому что это всегда вызывает вопросы. Маленький беленький зайчик на сцене – это Хельга, младшая сестра Сольвик, как бы подчеркнута ее детскость этим забавным костюмом. Удивительная совершенно сцена, когда Пергюнд уезжает от Сольвик, улетает он от нее на игрушечном самолетике из карусели. Такая, наверное, одна из главных метафор спектакля, подчеркивающая ненастоящее всего, что происходит с героем. Очень красиво решенный как бы образ священного оленя. Еще одна тема погони за несбыточным, несуществующим. Клюк признавался, что да, как бы ему, как и нам сейчас, пришлось искать компромисс между историей, которую придумал Ибсен, и музыкой Грига. И, конечно, как бы ему было трудно. Но он хотел придумать новый балет, новый способ рассказывать истории при помощи танца в 21 веке. Что у него получилось, мы с вами сейчас узнаем. Приятного просмотра. Спасибо.